Здравствуйте, мои дорогие. Я приобрел часы. Каким образом? Ну, это длинная история, но можно вкратце сказать, что презентацию просто отсидел и подарок получил, часы, которые меряют там давление, шаги. Вот. Они такие простые, что даже приложение надо, чтобы сконнектиться по блютузу. Ладно, здесь вот есть минутка, я продемонстрирую. Пока никого нет, никто не мешает. Так, ничего не видно будет так. В общем, вот посмотрим, сколько шагов я прошел. Так, я прошел 1370 шагов. И посмотрим, какой у меня пульс. Секундочку. Так, сейчас зафиксируем. Надо секунду подождать. Такие хитрые часы, я сказал бы. Но, мне кажется, пульс она здесь как-то не очень точно указывает. 78, 115 на 85. Как-то понижено даже. Странно. Я что-то им не очень доверяю. У меня закрадывается какое-то сомнение. Кажется, наверняка они врут. Врут. Вот знает. Еще помню, врачиха говорила, что это не так точно, как если бы измерить настоящим прибором. Вот. Да. С другой стороны, дареному конику в зубы не смотрят. Вот. И еще есть поговорка: безрыбье и рак рыба. И еще есть поговорка, это что поймаешь, то возьмешь. Поэтому вот сходил на презентацию, посидел полтора часа. Вот что поймал, то и взял. Вот. За что купил, зато продал. Вот. А такие часики стоят 30-40 рублей. Ну, всегда хотел, чтобы что-то меряло мое давление, чтобы знать свое давление. Ну и вот я как бы знаю свое давление, только я уже не уверен, что это мое давление, что оно какое-то сильно немного другое. У меня вроде как должно быть повышенное чуть-чуть, ну, так как я пробежался перед этим, так, чтобы сердце сколыхнуть, а так, типа, как будто бы заниженное. Ну, поэтому я не знаю, верить этой хитроумной машине или не верить. Суть остается прежней, что вот осталось 3 дня до Нового года, я делаю постриг, ну и вряд ли мне будет интересно уже снимать какие-нибудь именно тупые ролики обычные. Наверное, будем чисто так, от встреч до Турции, до Египта и конец. Ну что ж, еще раз я покажу. Это вот такие вот часы. И вот я уже прошел 1500 шагов. Слабо верится, что я столько прошел. Счастья, удачи, любви, успехов. До скорых встреч.